Московская областная противопожарно-спасательная служба работает в интересах области совместно с Федеральным министерством по чрезвычайным ситуациям и существует уже более 10 лет. Правительство Московской области, губернатор уделяет ей огромное значение. И мы каждый год строим новые пожарные части, прикрываем все более и более, и расширяем территории, которые можем охватывать. Ну, система работает. Всего на территории Московской области с федералами и еще с муниципальными спасательными службами работает более 14 тысяч человек. В эту армию спасателей входит и территориальная служба Ленинского управления, в составе которой район и городской округ Домодедово. Силы и средства Мосулпашпас на территории района обеспечивают достаточно хорошо нашу безопасность. Это многократные выезды по разным ситуациям, по пожарам, по спасению людей. Ситуации бытовые порой возникают, и наши ребята-спасатели действуют в этих ситуациях очень решительно, смело. Администрация района всегда помогала и будет помогать работникам этой службы, потому что она тоже расположена подразделением Мособлпожспас на территории Ленинского района, и будем создавать благоприятные условия для их работы. Московская областная противопожарно-спасательная служба выполняет единые задачи с МЧС России и прикрывает собой все территории области, участвуя в более чем 15 тысячах спасательных операций. Любой пожар – это, конечно, горе для людей, мы это понимаем. Самое трудное – это именно работа с населением, потому что мы приезжаем в критические моменты, и многие люди находятся в стрессовых ситуациях и могут делать неадекватные вещи. Вот приходится и совмещать и психологическую работу, и именно работу по своему профилю. Вот это, наверное, самое трудное в нашей профессии. По итогам оперативно-служебной деятельности за 2015 год Московской областной противопожарно-спасательной службы по результатам проведения смотров конкурсов профессионального мастерства многие отделения были награждены. Людмила Медведева, Евгений Петров, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.